Челябинск выбрал свою песню города. Гала-концерт конкурса прошел на главной пешеходной улице. На сцену поднялись и профессиональные артисты, и любители. Главный критерий – песня должна идти от души и сердца. Подробности у Елизаветы Болдыревой. На сцене Евгений Кузнецов, полный тезка известного хоккеиста, любимчика болельщиков «Трактора». Но вместо виртуозного владения клюшкой этот Евгений виртуозно поет. Праздничным настроением заряжаются зрители, подпевают и пританцовывают. Песня приходит по-разному, просто как-то вот пришло вот что-то такое интересное, на гитаре наиграл, ну вот получилась такая песня. Я не думал, что это будет что-то такое прям хорошее, ну вот удачно получилось и даже на концерте поучаствовал с ней. Челябинск выбрал свою песню города. Гала-концерт конкурса проходит на Кировке. И Евгений Кузнецов становится триумфатором. Берет гран-при. На сцене ему вручают синтезатор от постоянного партнера мероприятия Челябинвестбанка и диплом. Конкурс «Песня города» проходит в 10-й юбилейный раз. Заявки на него в этом году подали около 60 артистов. В самых разных стилях и направлениях. Классическая музыка, джаз, рок и фолк. Самое главное, когда люди поют от души, в нашем конкурсе принимают участие не только профессиональные музыканты, но и также любители. У нас сегодня приняли участие обычные люди, которые работают пожарными, которые работают врачами, учителями. Но они пишут, они записывают музыку и делают это с большой любовью к нашему любимому городу и ко всей Челябинской области. Южноуральская столица, ты как дома, это мелодия из дыма пустого. Во второй тур попали 34 солиста и коллектива. И за них голосовали пользователи сайта atinobel.ru. Ежегодно мы проводим голосование, интернет-голосование на сайте Первой областной, в котором, кстати, в этот раз приняло участие более 10 тысяч пользователей. Причем это люди не только жители Южного Урала, это люди со всей России. Мы на протяжении всего голосования очень тщательно отслеживаем честность этого конкурса, отсматриваем, кто голосует каждого участника. Именно так выбрали победителя народного голосования. Вячеславу Усольцеву вручают кофеварку, а команде сайта Первой областной – большой и вкусный торт. Елизавета Болдырева, Виталий Пастухов, ОТВ.